дали. Пошли видео на YouTube снимать. Ура! Пошли. Бутер хочешь? Хочу. Ой, я уже устала в темноте колупаться. Всем привет! Сегодня я хочу вступить в совместный проект, который организовала Юлия Лишенко. Он называется «Хэллоуин». Да-да, не удивляйтесь, это не моя тема, но поскольку многие девочки, с которыми я общаюсь, принимают участие в этом совместном проекте, мне тоже хочется за компанию поучаствовать. Как я всегда говорю, я за любой кипиш, кроме голодовки, и если девчонки снимают по очереди видео и выкладывают на YouTube, я тоже загорелась, я человек творческий, и мне интересно создание видео. Поскольку тематика необычная, необычная для рукодельного YouTube, мне это нравится. Ну и, собственно, я не могла не поучаствовать, поскольку у Юлии будут призы за участие в проекте и отдельные призы для блогеров за съемку фильма. Ну, я, конечно, не претендую на приз, главное участие, главное, что мы заняты созданием чего-то нового и для нас интересного. Слышите? Кто-то гложет кость. Это, конечно же, Ричи. В общем, девочки, пока Ричард нам создает нужную атмосферу, я покажу, какие проекты я буду вышивать. Сразу скажу, что никакую смысловую нагрузку мои вышивки не несут. То есть я буду вышивать вот эту летучую мышку. Для меня это просто летучая мышка. Она прекрасная, она очень красивая. И она очень подходит для совместного проекта Хэллоуин. Еще ко мне должна прийти тыковка. Она еще не приехала. Но пока я начну вышивать этот проект, потом приедет тыковка. Если я успею, то я вышью несколько совместных проектов. Но я настолько вошла в азарт. Посмотрите, девочки, что я нашла. Я нашла вот такую схему. Вышивается все довольно-таки легко. Здесь нужны только черные цвета и вот такие листочки зеленого цвета, болотного или зеленого, можно желтого. Ну, в общем, какие дома нитки есть, такие можно использовать. Но проблема в том, что я хочу использовать точно такую же основу, основу вот такого цвета. Для этого мне ее нужно красить. Это, кстати, очень новый для меня вид творчества. Покраска канвы. Я очень хочу этим заняться. Совместный проект, по-моему, будет длиться до 15 ноября, поэтому, думаю, за октябрь я успею покрасить канву и вышить вот этот сюжет. У меня есть вот такой вот кусочек мурана, очень красивый цвет. Кусочек маленький, но 32-й каунт я на 32-м вышивать не могу. Поэтому очень хочется мне 27-ю линду, либо 28-й кэшел. Ну, в общем, неважно что. Не знаю, что я буду красить, линду, беломерку. Не знаю, у меня много гамовской линды есть, я ее никуда не использую. Ну, в общем, я хочу попробовать. Девочки, главное для меня участие и проба чего-то нового. Очень хочу добиться вот именно такого цвета канвы. Пока я не знаю, как у меня получится. Я уже много видео пересмотрела. Чай, кофе, какао, в общем, вот зеленка. Все, что есть, нужно использовать, девочки. Так, в общем, схемку я распечатала. Это первая моя схемка, скачанная с интернета. Но поскольку я не уверена, вышью я или нет, поэтому я не стала покупать. Смотрите, какой классненький проект. Я хочу вот этот вот маленький проект вышить вот на этой вот основе. Но на самом деле я не знаю, получится у меня или нет. Так, в общем-то, в планах у меня есть. Смотрите, какие интересные два сюжета. Летучие мышки и кошечки. Жалко, что они не поместятся вместе, хотя может и поместятся. Я хотела вот так вот вышить две рядом. Вот так вот, два сюжета рядом. Вот, или вот так. Вот так. Нет, не так. Вот так. Ну, в общем, не важно, девочки. Не, вот так. Вот так будет классно. Вот. Ну, в общем, я не знаю пока. Мне нужно посчитать. Нужно посчитать, хватит ли этого кусочка на что-либо. Цвет очень красивый, вот такой винтажный. Ну, в общем, девчонки,
Не обещаю. А вот этот постараюсь вышить, тыковка еще придет. А вот это все пока у меня в планах, знаете, так на воде вилами писано. Но очень хочется вышить. Это первая моя такая картина. Раньше я над ними прикалывалась и смеялась, но мне напоминает мультик. Девочки, мне не страшно, я просто смотрю, и мне это напоминает мультик. И я так поняла, что мне очень хочется покрасить канву, поэтому мой взгляд упал именно на этот сюжет. Вообще обалденный сюжет вышивает Юлия Исайкина. Просто обалденный. Если у меня получится вот с этим все срастется, может, я потом куплю что-нибудь посерьезнее. Вот, девочки, видели как? Что YouTube с людьми делает? Вышивала матрешек, а теперь ведьмочек. Но куда деваться? Все побежали, и я побежал. Все, девчонки, мне весело, мне интересно. А это самое главное. Творческий процесс пошел. Чем он закончится, увидите в следующих видео. Спасибо вам за просмотр. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.